Продовжимо наш ефір спілкуванням з нашою гостею на медичну тему. Сьогодні до нас завітала Ольга Кузнецова, кандидат медичних наук, клінічний онколог, хіміотерапевт медичного дому «Одрекс». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити на тему лікування та свята. Що врахувати, а чого уникати? Зараз таки перед новорічний, перед різдвяний час. І дійсно, це дуже важлива інформація, тим більше, що в такій серйозній темі. Отже, декілька питань. Перше, пацієнти, що проходять хіміотерапію, роблять це курсами. Що ж містить один курс, скільки це за часом, та як враховувати проміжки між курсами? Спасибо за вопрос. Во-первых, хотелось бы сказать, что стандарты лечения онкологических больных изначально регламентированы международными стандартами, и мы строго им следуем. Если мы говорим о профилактических курсах химиотерапии после операции, то, как правило, это четкое регламентированное количество курсов. Это, как правило, 6, в среднем 6-8 курсов, которые проводятся с целью профилактики и закрывают первые 6 месяцев после операции. Как правило, курсы химиотерапии проводятся с промежутком раз в 3 недели, то есть один день, один курс занимает, это одна капельница, один день промежутки, раз в 3 недели. Если же мы говорим о распространенном опухолевом процессе, когда речь идет о борьбе за жизнь человека, увеличении общей выживаемости, то количество курсов может быть больше. И тогда пациент относится к категории хронических больных, они постоянно принимают курсы химиотерапии, но промежуток, как правило, тоже 2-3 недели. Как готовиться до курсу химиотерапии? Безусловно, с каждым пациентом врач, клинический онколог обсуждает, как правильно себя вести. В первую очередь, это, безусловно, это нужно хорошее питание для того, чтобы были удовлетворительные лабораторные показатели крови, для того, чтобы можно было провести вовремя курс химиотерапии. И адекватное психоэмоциональное состояние, потому что, конечно же, пациент, когда ему впервые озвучивают диагноз, находится в состоянии неприятия, отрицания. И очень важно, чтобы он был с врачом на одной стороне, вместе против этой болезни. Мы вместе можем ее победить. Потому что есть такое выражение, что даже если очень эффективное лекарство, очень дорогое, но если человек, пациент, сам не верит в то, что оно ему поможет, к сожалению, тоже особого эффекта не будет. Який принцип дії препаратів та чи потрібно вдома приймати ліки протягом курсу? Противоопухолевые препараты направлены непосредственно на то, чтобы, если мы говорим о химиотерапии, на то, чтобы, грубо говоря, убить опухолевые клетки, для того, чтобы остановить их размножение и диссеминацию по организму. Таргетные препараты – это моноклональные антитела, которые тоже используются в современной онкологии, направлены на выключение какого-то одного звена во всем механизме опухолевого процесса. Они влияют на сосуды опухоли, тем самым предотвращают прогрессирование опухолевого процесса. Ну и современная иммунотерапия, которая используется в лечении опухолей, тоже включает так называемую противоопухолевую иммунитет, глобальную защиту. Кроме того, кроме самой химиотерапии, пациенты онкологически обязательно на фоне химиотерапии в межкурсовом промежутке, вот как раз эти 3 недели, принимают обязательно препараты для профилактики тошноты и рвоты, чтобы комфортно себя чувствовать. Обязательно принимают препараты для улучшения функции печени, так называемые гепатопротекторы. И по необходимости пациентам пожилым с кардиальной патологией мы назначаем препараты сердечные, безусловно. Потому что вопрос не в том, чтобы просто провести курс химиотерапии, а еще обеспечить качество жизни пациента на фоне всего тяжелого лечения. А чи можно змінювати проміжки, оці проміжки між курсами, и ну, чому, які цього приводи повинні бути? Безусловно, залог эффективности лечения, основное, вот вся та цель, которую мы преследуем, назначая химиотерапию, это увеличение общей безрецидивной выживаемости. И все это зависит будет от того, какая схема лечения будет назначена пациенту, и, конечно же, от соблюдения межкурсовых промежутков, то есть 2 или 3 недели, как прописано в стандартах. Но, к сожалению, в нашей жизни не все происходит как по книжке, бывают разные ситуации, как мы только что говорили, в связи с тем, например, что плохие лабораторные показатели, мы не можем провести вовремя курс химиотерапии. Ну и, безусловно, ковид внес изменения в нашу жизнь, и согласно рекомендациям NCCN, Международного общества онкологов, еще в марте 2020 года, для того, чтобы снизить риск инфицирования ковидом, для того, чтобы разграничить потоки пациентов, чтобы не было скопления большого пациента, а так как онкобольные относятся к категории групп риска для инфицирования ковид, разрешено увеличить вот эти интервалы
То есть если по схеме лечения интервал должен быть 3 недели, можно еще плюс 1-2 недели увеличить продолжительность вот этого межкурсового промежутка. Ну а зараз актуальна тема, ну, перед новорічні, різдвяні свята. Чи може пацієнт подорожувати, наприклад, отримати курс лікування в іншій країні під час подорожі? Что касается подорожей, да, вообще, в принципе, конечно, это хорошо. Сейчас, с учетом общей ситуации, вообще, для поднятия морального духа пациента, конечно же, я за путешествие. Что касается продолжения лечения, этот вопрос, конечно же, наверное, не сможет пациент продолжить лечение, если мы говорим о капельницах. Угу. Потому что в любом случае для того, чтобы пациенту принимать, будь то химию или таргетную терапию, инъекции, ему нужно обратиться к врачу там, в той стране, собственно, где он будет. Но это достаточно сложно, как бы это непросто. Но пациенты, которые принимают таблетированное лечение, будь то таргетная терапия, после будь то гормонотерапия, конечно, могут путешествовать и принимать лечение в любой стране. Ну і слід поговорити про якісь обмеження, ну, як то кажуть, у звичному житті. Чи є перестороги на свята, чого не потрібно, чого не повинно бути на столі, наприклад, для того, щоб людина, яка проходить курс, відчувала себе нормально? Ну, я отношусь к категории добрых докторов, скажем так. Я стараюсь своим пациентам разрешать получать удовольствие, потому что еда – это одно из удовольствий в нашей жизни. И во время, в тот момент, когда пациенту устанавливается такой тяжелый моральный диагноз, и он принимает достаточно сложное, тяжелое лечение с большим количеством вообще ограничений в жизни, да, и побочных эффектов химиотерапии, конечно, хочется, чтобы человек в праздники, когда вся семья собирается, когда действительно мы все верим в чудеса, он в сказку, как бы поверил эту сказку, ощутил себя как бы абсолютно здоровым и вне вот этой всей болезни. Поэтому, в принципе, как таковых глобальных ограничений нет. Я считаю, что человеку можно позволить его как бы всего по чуть-чуть. Вот, вплоть до того, что любимый вопрос на сегодняшний день, можно ли алкоголь? Да, можно. Или хорошее вино, или коньяк в небольшом, безусловно, количестве. Это и повысит иммунитет пациента, между прочим, вот и повысит такой гемоглобин. Да. Слухайте лікарів, дослухайтеся. Добре, дякую. Які головні побоювання пацієнтів? І чи потрібна їм емоційна підтримка? Взагалі так, наскільки психоемоційна підтримка правильна, вона важлива? Ми буквально вчора теж об этом говорили на нашій онкологічній конференції, о том, що, конечно же, должен быть всегда в любом медицинском учреждении, которое занимается лечением онкологических больных, психолог. Человек с медицинским образованием, потому что, конечно же, моральный дух снижается, депрессия, может быть иногда агрессия, и это могут быть причинами отказа пациента от лечения и, собственно говоря, развития неэффективности той терапии. Поэтому, конечно, пациента нужно поддерживать. В первую очередь должен поддерживать лечащий врач. Mm-hmm. Безусловно, должны поддерживать близкие люди, родственники или друзья, да, mm-hmm. как бы любые близкие люди, но я за то, чтобы была еще поддержка медицинская, профессиональная, это работа психолога, потому что они знают те точки, на которые нужно давить, те ключики, которым как бы раскрыть человека, и действительно, чтобы он с позитивом, с верой вот действительно в эти светлые праздники, в то, что чудеса встречаются, действительно. И в онкологии очень много примеров, что пациенты действительно с какими-то запущенными стадиями, распространенным опухолевым процессом, принимали лечение, жили довго-довго і щасливо. От я ще хотіла запитати саме про психологів. Чи існує в нас така практика от залучення в комплексному лікуванні онкохвороб саме психологів? Тому що, ну, в мене також, наприклад, є знайомі, які стикнулися з цією бідою. Медикаменти, хімії, операції, але психологічної, правильної психологічної підтримки не призначають. Як ви до цього ставитесь? Ну, вот я за то, чтобы действительно, опять же, повторюсь, это было в практике и на потоке, скажем так, и обязательно был медицинский психолог в команде вот этой междисциплинарной, uh-huh. которая занимается ведением одного пациента. Должен быть не только хирург, химиотерапевт, uh-huh. радиолог, но и психолог. К сожалению, такого нет еще на сегодняшний день, чтобы было специализированное отделение на базе uh-huh. каждой клиники или хотя бы один специалист, который на базе каждого медицинского центра занимается
занимался вот этими вопросами. Но, наверное, это на перспективу. Сейчас, я думаю, чуть-чуть отойдет на второй план ковид, и мы сможем как бы уже уделять внимание нашим пациентам вот в этом плане. Потому что сейчас еще очень набирает обороты такое направление тоже в оказании психологической помощи онкобольных, как арт-терапия. Это повышение, повышение и настроения, и психоэмоционального статуса, и даже коррекция той же тошноты и рвоты на фоне химиотерапии. Скажіть, як визначають етап завершення лікування? Тож це етап, до якого прагнуть всі люди, які захворіли, на жаль, онкологію, і чи довго займає відновлення людини, як відновити иммунитет и физические силы? Как правило, возвращаясь к первому нашему вопросу, количество курсов, если мы говорим о профилактике после операции, строго регламентировано, и по завершению этих курсов, то есть мы говорим о том, что мы сделали все по максимуму, для того, чтобы не было рецидива. Поэтому мы проводим пациенту полное клинико-инструментальное обследование. Это включает в себя в идеале компьютерную томографию трех зон, грудная, брюшная, малотаз. В зависимости от локализации первичной опухоли, пациенту также рекомендуют определение онкомаркеров. И если все хорошо, нет никаких данных за прогрессирование, онкомаркеры в пределах нормы, то, безусловно, мы говорим, что у пациента ремиссия заболеваний, и он переходит в группу онковыздоравливающих, которая будет просто под наблюдением. У пациентов другая категория, у которых есть уже какие-то измеримые очаги опухолевые, и мы на фоне лечения за ними наблюдали, делали систематические исследования, то как бы мы проводим лечение до достижения максимального положительного результата. То есть это, опять же, компьютерная томография и онкомаркеры. И, в принципе, там будущее пациенты, все, у которых был установлен диагноз, неважно какой локализации, раз в год, раз в полгода должны проводить полное компьютерное исследование, компьютерную томографию, осмотр профильного специалиста и, безусловно, онкомаркеры. Ну и еще одно питание. Відомо, что онкологічні хвороби, вони оповиті міфами та давніми всілякими страшилками. Все ж таки у сучасній медицині, чи можна повернутися до нормального, звичайного життя після курсу лікування, після того, як людина одужала? Конечно, можно. И опять же, говорю, очень много этому примеров и наших известных людей, и актеров, певцов, и зарубежных наших, скажем так, звезд, которые продолжают жизнь, продолжают писать песни, стихи, книги. Ну и люди в обычной жизни возвращаются к работе. Да, безусловно, должен какой-то пройти период, чтобы, основная проблема, особенно у женщин на фоне химиотерапии, это алопеция, да, это выпадение волос, это еще длительно сохраняющаяся слабость, отсутствие аппетита, тошнота, которая тоже сказывается на качестве жизни пациента. Но на все это должно пройти время, это может быть несколько месяцев, это может быть полгода. После этого, особенно пациент, безусловно, у него повышается психоэмоциональное состояние, когда под результатом обследования ему врач говорит, что все хорошо, у вас нет рецидива, у вас отмечается ремиссия. Это тот стимул для того, чтобы вернуться в жизнь. И вообще я за то, чтобы вот даже на фоне химиотерапии, если пациент себя удовлетворительно чувствует, стараться не сидеть дома, не погружаться в эту болезнь, а все-таки по возможности продолжать активный образ жизни, работать, если это, безусловно, не тяжелый физический труд. Это человека будет отвлекать. Ну що ж, дякуємо величезно. Сьогодні говорили про лікування та свята, що слід враховувати, а чого слід уникати. Говорили з Ольгою Кузнецовою, кандидатом медичних наук, клінічним онкологом, хіміотерапевтом медичного дому «Одрекс». Дякуємо величезне. Спасибо. З прийдешніми вас святами. Будемо чекати на наступне інтерв'ю в нашій студії.